Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Гурейн Александр, команда Интер. Расскажи просто об игре, что получилось, что не получилось. Да, игра поначалу тяжелая получилась. Соперник перезабил, ребята боролись, бегали. Но мы смогли переломить ход матча, забили сами. Благодаря моему голу, как бы он, я думаю, был переломный, решающий, как раз первый, как бы остальные уже так, не особо. Там сколько, штук 7-8 было, я не помню, как закончили. Ну, много не забили, все равно надо что-то делать, не знаю. Вот, как это победить, эту проблему? В каждом матче у нас 1000 моментов, 1000 не забиваем. Но, тем не менее, крупный счет, крупная победа. Соперникам спасибо. Вот, все постарались, побегали, с утра проснулись. Так что двигаемся дальше. Что, вы ожидали такой результат? Да, не знаю, от каждого матча ждешь непонятно чего, соперник может преподнести все что угодно. Поэтому настраиваемся в любом случае серьезно на борьбу с любым соперником, независимо от таблицы. А там уже по матчу как получается, смотрим. Да. Ну, наверное, парней, не знаю, не хватило сил, может быть, и поэтому вторую половину провалили. То есть, я думаю, мы полностью владели преимуществом большую часть матча. И мы закономерно выиграли. Спасибо большое. Да, всем заболевшим. Да, у нас сегодня не все были, как бы, да, хотелось бы пожелать выздоровления. Давайте, пацаны, не клейтесь там, выздоравливайте, ждем вас на поле. Так что всем спасибо. Все.